Трамп назвал победу над ИК исторической. Американский лидер отметил, что войскам США пора возвращаться на родину после победы над терроризмом в Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам пришло время возвращаться на родину, поскольку страна одержала историческую победу над террористами Исламского государства в Сирии. Соответствующее видеообращение американский лидер разместил в Твиттер. По его словам, за время операции в Сирии войска США по-настоящему подняли уровень боевых навыков, благодаря чему была достигнута победа над ИК. «Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти 2 года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИК. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой», — отметил Трамп. Он также назвал американских военнослужащих героями всего мира. «Они воевали за нас, но они убили ИК, которая вредит всему миру», — подчеркнул президент США. Напомним, 19 декабря Трамп заявил о победе над ИК в Сирии и отдал приказ о полном выводе американских войск из страны. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimmyCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.